Владельцев остановочных комплексов сгоняют с насиженных мест. Городские власти не продлевают договоры на аренду земли и заставляют владельцев сносить павильоны за свой счет. На их место претендует компания РТС «Дека». Предприниматели съезжать не желают. Акимат не дает данные, но по предварительным данным, так, где-то около 1500 остановок в городе. Ветеран войны в Афганистане Павел Хижняк более 10 лет держит павильон на одной из остановок Алматы. Пенсия у него чуть больше 200 долларов. На эти деньги особо не разгонишься. А павильон дает возможность отдыхать в санатории и оказывать помощь однополчанам. Под оплеку сноса Павел видит в высоких фамилиях владельцев компании РТС «Дека». За этой группой компаний стоят большие люди, два министра. Топаров, министр окружающей среды, и Досаев, министр экономики и бюджетного планирования. Они в учредительном договоре, их фамилии, их доли там существуют. И получается, идет лоббирование интересов одной компании, а нас уничтожают. У Софьи Кадыровой два павильона. В них продают овощи, фрукты и цветы, выращенные собственноручно в теплицах. Отечественный товар намного дешевле импортного, говорит Софья. Недавно один из ее павильонов почти снесли. Сорвали крышу и изуродовали внешний вид. Руководил сносом судебный исполнитель, причем в качестве арендатора указали совершенно другого человека. Ну, судебный исполнитель даже не стал смотреть на эти бумаги абсолютно. Он прямо сказал, что дали задание вас убрать. Что значит вас убрать? Мы столько, говорю, слышим о поддержке малого бизнеса. Получается, сталкиваемся с тем, что места нарабатываешь, в итоге нас убирают, и кто-то тут же на теплые места пригретый встает. Ну, это действительно есть, понимаете? В компании РТС «Дека» говорят, что никого с земли не выживают. Павильоны они ставят по договору с властями. Только в Алматы в ближайшее время появится 150 новых остановочных комплексов, говорится на сайте компании. Конечно же, это неправда. Мы не лоббируем свои интересы, да, по тематике, по поводу этих остановок, потому что у нас есть заключенный договор, которому мы придерживаемся и согласно ему работаем. Между тем, хозяева сносимых павильонов сдаваться не собираются. Они приняли решение объединиться с товарищами по несчастью и сообща отстаивать свои права. Ведь по Гражданскому кодексу добросовестные предприниматели имеют право продлить аренду земли под остановками.